говори. Слышь, ты не шуми, мы не любим шума. Что? Что я делаю? Разговариваю с трупом, потому что сейчас на той стороне трубку держит покойник. Если на улице узнают, что можно оскорбить семью, пусть кто позволит тебе этого сделать. Я оторву ему голову и увезу с собой на Сицилию удобрять землю. Когда дело касается семьи, у нас нет ни жалости, ни Бога. Для нас, сицилийцев, семья – это как флотилия, корабли, которые должны плыть в одну сторону. И если свернешь, кто знает, сколько ты еще будешь с нами. А что касается меня, это традиция сицилийских семей из поколения в поколение. А я есть сицилиец, и дочки мои – Сицилия и Корлеона. А если ты сука и хочешь знать правду, то она в могиле, которая тебя примет. Никогда не иди против семей, а то история твоя закончится.